Короче, народ, экстренное включение. Нежданно-негаданно испытания Осириса были выключены. Снова. Сейчас вот буквально минуту назад, даже пару минут назад, вышло сообщение на Банджи Хелпе, где нас поддержали в курсе о том, что из-за проблемы с переприсоединением Тим друг другу, испытания Осириса были выключены до конца недели. Нас снабдят подробностями позже. Этот баг, DMG там у себя, комьюнити-менеджер, сделал репост. Этот баг достаточно мерзкий. Команда копает глубже. Чтобы расставить ваши ожидания, мы не выкатили полный фикс статиса на момент 3-23. Из-за этого испытания Осириса были выключены. На следующей неделе точно так же. Как только у нас будет больше информации, мы вас об этом снабдим. То есть, подожди. Я правильно понял, то, что у нас мало того, что на этой неделе не будет испытания Осириса, так еще и на следующей. 3-23? Понимаю. Понимаю. То есть, подожди, 16-го? Сейчас, секундочку. То есть, 20-го у нас не будет Осириса. И в неделю, когда будет 23-е, то есть через сколько? 27-го, с 27-го числа у нас тоже не будет Осириса. Свечение с Осириса! Короче, две недели еще Осириса не будет, походу. Так что, как говорится, that's all, folks. Ждем новостей от Банжи. То есть, ни на следующей неделе, ни через неделю Осириса не будет. И на этой тоже. Кайфуем. Всем спасибо за просмотр. Лайки ставим, комментарии пишем, на канал подписываемся. Ну и колокольчик прожимаем, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видосов. Спасибо большое, Телси, за 500 битсов.